Похоже. Ножки давали мороженое. Смотри, похоже. Помнишь, когда Ваня не узнал Иисуса Христа, такой... Эй, а что здесь за рожа вот такая? А это Иисус? Нет, в принципе, нормально. Хватит не таскать свои. Пожалуйста. Не, ну точно Никита. В будущем. Я сфоткала, еще помолился. Я помолюсь. О, священник Никита. Вот, видите, ребят, смотрите, на той стороне, как бы, ну, вот выход, видите, как, а там вниз. Мы на втором этаже. Да. Еще третий. Вот тут наглядно все видно. Мы туда не пойдем. Нифига себе. Вот так вот. О, нам на лед. Может, на лед потом сходим? Да. Давай, да. Точняк. Да, ну Никита перепугается. Фига, сколько людей на льду. Надо срочно на лед спуститься. Пошли. Да, а вот дворик Эрмитажа. А что там машина стоит? Там же камеры везде. Ну, это, может быть, сотрудники. Может, хотя бы стоят. Это, наверное, Петр Первый умерший. Приехал. Взял мне все, весь катер погорел. Взял все свои сбережения, это 30 лямов. И их обменял на русские наши. Обсуждай это во сне своем. Че? У меня хорошая фантазия. Нет, она какая-то не очень. Такая. Да. Сейчас лед весь трещит. О, билетик. Дай, пожалуйста. Дай билетик. Опа, я билетик. Вот, смотри, хоп. А тут на улицу выходишь. Пошли на лед. Ваня, давай еще хотя бы час походим здесь. Вот билетик. Ну, ё-моё.